Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5, в которой я выступаю предводителем Марокко. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на нее появляется в верхнем правом углу. Всем остальным приятного просмотра! И что, ты не берешь Неаполь, что ли? Спокойствие. Ну не то, чтобы я волновался. Арбалетом ты пострелял в этого? Или да, нет? Да. Ну, не знаю, Лёш, не самое, конечно, лучшее место под Синаем, но в будущем оно может давать неплохие чего? Бонусы. Я не очень понял. Говорю, под Синаем не самое плохое место город ставить. На будущее там нормальные бонусы могут быть. Например? Ну что там, 4 холма? Например, Москва-город. Вера никогда лишней не будет. Ну, блин, у меня были места, куда ставить города, правильно? Намного лучше. Ну да. Ради религии. И на самом деле, если бы я знал, что есть еще Килиманджаро, я, может быть, побыстрее бы попытался в ту сторону города поставить, еще Синай. Возможно. Ну, блин, ну... Тут этот город рядом с Синаем, ну, максимум жителей на 8, и все. Больше он просто, ну, такой, так себе. Дело-то не в этом особо, то, что Ара уже взял пантеон на чудеса. Да. Да. А ты что, будешь шведа выносить-то, не? Шведа будешь убирать? Чего еще? Шведа выносить полностью будешь? Как я его могу выносить, если выносит меня, не снимет? Рано Лаки ушел, да? Мог еще поиграть. Зачем тебе этот грешный Неаполь, непонятно. Ну ты как-то на последних секундах это сделал. Ара сейчас Ара может сейчас возмутиться вообще-то. Да, Кара. Да не, ну он там был в любом. Не очень хорошо помню. Ну я извиняюсь, честно. Просто не это двигало. Так, убили. Куда мне посадить ученого? Здесь может австриец грабануть. Ну вот сюда, видимо.
Марикоса, ты по-прежнему считаешь меня первой угрозой, да, в этой игре? Ну, сейчас просто американцу, мне кажется, стоит просто поучаствовать уже в дальнейшем разделе. Какой раздел? О чем ты? Вы тут встали уже давно все. Неаполь, да, взяли. Ну и все, дальше никто не пройдет. Ты думаешь, я антиум не возьму, да? Ты нет. Обидны, ну, не знаю, твои слова. Города шведа я позабираю. Он там что ли крепость под Неаполь бахнул? Да. Да. Ну, да. Ну сейчас я там тоже генерала держу. Начнет эта херня с крепостями. А у Эфиопа тут мощно все. Будем зорко вдаль смотреть. Слушайте, а действительно, нафига я тут строю? У меня тут производство дофига. Давайте-ка тут ферму лучше строить. В честь пошел, нет, никто не видел. Кто в честь, кто в честь пошел? А, нет, нет, просто спросил. Не, в набожность пошел даже. Ему нужны универы, чтобы нас резко догонять. Сейчас он как возьмет туризм с пагод и прочего, и все. И хана. Да навряд ли он возьмет иезуитское образование. Австриец, далеко тебе там до флота-то? Хотя бы голиасами мог бы приплыть. Мог бы, так мог бы, только плыть 8 ходов. Почему? Не видел, что ли, там Голиас, который только-только приплыл? Вот австриец, вот ты по-прежнему хочешь приплыть ко мне Голиасами, да? Ко мне Голиасами. Не, Голиасами нет, конечно. Или фрегатами, там, не знаю. Ну, почему? Антиум хороший город. Ну, он его не удержит ни в жизнь. Да почему? Один на воде. Ну, второй хорошо, но он его отдаст. Подожди, как он его не удержит? Я не понимаю, если я никак он его не удержит. С земли тебя атакую, он с моря, и он его не удержит. Как ты его будешь отбивать, расскажи. В смысле? Защищаться что? Тут я смогу очень долго. Другое дело, что этим я свою игру и закончу, но это не важно. Не понимаю, как ты антиум можешь долго защищать?
Приходи, покажу. Сейчас золотой век подольше начнется. Ой, что-то я заснул. Так, что у нас в Рабате? Блин, что-то у меня денег уже дофига просто. Какие-нибудь ГГшки хотят денег? Вот Рига хочет. А, вот у меня где, наверное, пропало это счастье. Рига давала мне жемчуг. Попробуем тут первое казнь. Первое всего попрессуют все равно меня. Что-что? Первый по всему всего попрессуют меня. Ну, первый, потому что он захватил у тебя Неаполь. Я не думаю, что ты сильно отстаешь. Неаполь. Ну так я все бросил, чтобы взять. Плюс у меня золотой век. Австрийцы, а кстати, слева от тебя там проход к Марокко какой? Который там не вижу. Слева от меня? Да, то есть понятно, что насквозь ты к нему не пройдешь, а сзади? Там между гор. Не надо ко мне сзади подбираться. Ты там никак не пройдешь. Я-то никак, а ты как? И я никак. Ох, все. Закликали в начале, да? И сразу рассинхрончик. А как же правило одного юнита? Я не кликал вообще. Ну так я все по одному не юниту понимаю. Вместе закликали. И сразу вот. Я вообще даже ни одним не кликал. А все равно я сам забываю вот это правило. Не, я себя одергиваю постоянно.
Да мне даже больше хочется не ходить, вот знаешь, всеми юнитами, а в защиту их ставить, вот быстро. Сразу несколько в начале, вот это я. Блин, как так пророк родился? О, счастье вернулось. Американец, религия нужна? Мне над религией меняется каждый ход. Не, ну ты посмотри, где нужна моя или нет. Лёша, что там у тебя происходит? Что-то я смотрю, тебе там рисуют. Вот, да, вот он перекинул сюда, видишь, арбалеты. Как ты можешь лицезреть? Ну, воевать против двух арбалетов несложно, там фланка почти никакой. Он вас разводит, ребят, как обычно. А в чем развод? Давайте все пойдем выносить. Давайте. Не, подожди, а что, вот по-твоему, например, Эфиоп какой-то минус для себя получил? Он получил Неаполь, тоже неплохо. Не, я как минимум до взятия Анция точно буду воевать. Давай. Только Анция-то кто будет брать? Не ты. Почему не я, а кто? Потому что тебе нечего его брать. Там я как бы вообще сейчас у нее не по данциям вообще нахожусь, так, на минутку. Так. Ты находишься под Марракешем где-то. Ой, как я зашел неудачно. Убрал. Я тут, да, конюшню вроде как построил. Ой-ой-ой.
Рикос, ну тебе-то чего надо? Ну, как минимум, позабирать города шведские. Где ты был, когда их разбирали? Ну, тогда я не мог.18, 11, 10, 6. Я чуть больше. А у австрийца тоже все у гор. И у него еще его эта особенность. Конечно, офигенная. Пару ходов сейчас подумаю. Ну что там, тебе уже Арамир предлагает? А смысл он предлагает? Ну ты же понимаешь, что если ты с ним мир заключишь, он пойдет меня выносить. Он со мной мир не будет заключать. Меня сейчас Америкос ушатает. Ну так может тогда стоит освободить от страданий? Могу пострадать, могу. Рим. Эфио, поможешь вот этот копейщика, который за моим раненым арбалетом стоит, убрать? Я туда отойду. Бесплатный справочник организаций и детальная карта городов Двагис будет с вами даже там, где не ловит мобильный или нет Wi-Fi. Благодаря подсказкам вы можете увидеть, работает ли организация в данный момент, и если нет, то как скоро она начнет работать. Скачивайте карту нужного вам города совершенно бесплатно на сайте 2gis.ru. 2gis, если быть точным. Соперник про марокканец. Это явно. Ну уж точно не я теперь. Леша, можешь под Касабланкой рабочего убрать? Не, он походил. А видите, я свой засрал полностью. Блин, что-то как-то не очень выгодно. Сабланку будет отправить на еду.
Блин, а что у меня так... Ну, хотя тут разница с производством небольшая. Так, когда у нас там защитный пакт? То, знаете, у меня такое ощущение, что австриец хочет на меня напасть. На 123-м 10 ходов. Ну, не думаю, что он к этому моменту будет готов. У меня... Что-то с Лешей пинг. Да, вот у меня с Хендлис Биллом повышается пинг. Я пойму, это мне Шелефиоп уже дарит какие-то юниты. Ну так, городов, государств у меня нету. Военных. Да ладно. Тебе подсказать, куда дальше вести армию, Филипп? Куда? Не понял. Мне кажется, ты сам понимаешь. Да, только он мне дарит юниты, а так, конечно, можно вести. У нас оборонка. Серьезно? Да. Тогда могу предложить тебе Бостон. Вот, слушай, Филипп, вот зачем ты заключал с ним мир? Ты видишь, человек, он не хочет мирно играть. Он просто хочет выносить и все. Я не хочу мирно играть. Я бы с радостью. Я бы вот забрал шведа, играл бы мирно хоть до самого конца. Да, мне это напоминает анекдот про... Зачем вы убили тещу? Я убивал тещу. Она сама подошла, споткнулась и на нож упала. И так 12 раз. Так и у тебя тоже. Все вокруг тебя хотят. Американец, а что ты объявляешь Швеции войну и забираем бирку себе? Что ты ждешь? Ну, пар балетов американских. Понимаешь? Я уже как бы... Ну, ты забей, не, хотя бы не. Сожги. А я и так сжег. Я не стал брать бирку, сжег Упсалу, а Америкос все равно пошел на него. Вот такой вот он негодяй, подлец, предатель. Ну, да. Вот я не буду как бы заключать мир с Римом, чтобы он потом пошел сейчас Американ. Ну, ты, Эфиоп, я не знаю, зачем вот... Да никуда я не пойду уже, все, я уже пришел. Да, да, да. Ты уже так не ходил. Не ходил на шведа. Да, мы в любой момент можем объединиться, так же вынести. Какой в любой? Ты уже 10 ходов ничего не можешь. Ну, 10 ходов, что? Никуда не убежит. Слушай, Эфиоп, делай что-нибудь с юнитами. Так я тебе и даю их. Ну да, ну они у тебя стоят. Или что, или... Или это все, вот ты не можешь... Куда? Ты освободи меня, куда? Давай ты не будешь дарить юнит, а то это совсем какая-то важа. А мне куда их девать? Мне куда их девать? Я тебе сказал, подожди, чутка, используй назначение. Используй юнит. Ну что, подожди, у нас надолго тут мирный договор.
Блин, ну я с этой войны тоже тут подсел, конечно. Я только вот недавно универ достроил. Ну, тебе Казба лучше-то. Да, вот у меня универ даже в планах как нет. Неправда, у тебя в планах реформацию взять и купить универы. Вот ты вот в каждой мелочи пытаешься обмануть, вот прям. Хорошо, я не думаю брать информацию, я не люблю. Ну вот это вот, на покупку здания завер. А что ты думал брать? На газету, не рульно. Есть еще какие-то хорошие варианты, кроме как универ, лаборатории и школы. Блин, я же хотел в Касабланку. Ну ладно, сейчас тут из Феса прекратит в Эфиопию бегать. Через 16 ходов. Я же говорю, ну туризм хочет взять. И туризмом нас давить. Смешно. Я вторую по науке отстал на 5%. Все, молодец, на самом деле. Ты все правильно делаешь. На процент? На 5%. Я 5%. А сколько у тебя вход? Немного. Хорошо иметь. Я слышу лагать. Постоянно покупаюсь. Хороший вот скаут на с прокачкой на 2. Чё-то как там, по-моему, сейчас ни один кликать не могу. Я думал, отойдет. Один до таймера. Леша, у меня тебе очень важный вопрос. Ты можешь как-то деньгами подсобить? А сколько тебе надо? Ну, вообще, можно и до хрена. Сейчас посчитаю. А это кто вообще? Австриец? Да, это австриец. Ну, я думаю, что тебе надо 720 золота, правильно? Ну, смотри, на данный момент 1, 2, 3, 4, блин, 5, ты меня отвлек, у меня тут Рим. Ладно, давай сражайся. Как подходишь, говори. Слушай, Эфиоп, ну как бы твои юниты мешаются теперь, вот этот, как бы этот длинномечник. Ну, я сходил. Давай в следующий раз. Я просто уберу в следующем походу. Нет, есть ход. Так, австриец, ты можешь пока сказать, сколько тебе надо? Ну, на данный момент 300, на следующий ход дапается. Тебе нужно 300, да? Австриец, да. Ты хочешь еще построить фрегат и забрать Антиум, да? И дальше что? Какой там еще шведский город, где стоит, ночью пикчу.
Так он будет американский, что ты переживаешь? Ну, потом можно и американца забрать, в принципе. Да? О, слышишь, какие разговоры пошли американцы? Нет, это вообще не я говорил. Эфиопия и Рим друзья? Что началось-то? Ну, так что, Леша, можешь помочь с деньгами? Да. Билл, это значит, что ты сам должен попросить. Так. Ну, хорошо. Поясняю, потому что мне есть чем тут заниматься. Эфиоп, это длинный мечник. Угу. Надо было туда поставить скаута. Жапнуло фрегаты. Круто. Если австрияк возьмет Анцит, тогда можно на Равену идти. Ты видел, короче, как сюда проплывает, да? Да, я вижу. Просто гребаный ад. А что, там нету, да, получается, смех?
Есть, да. Ты же заплыл. Не, ну я с другой стороны. Нет, я имею... Ну ладно, все, все, все. А ты не видел, значит. Ну, я, кстати, считаю, что неправильно мне Эфиоп армию. Хотя, может, он хочет, чтобы Рим полностью был вынесен и оставался в игре. Но лучше бы он оставил ее у себя и меня напрягал. Имху. Так, так, так. Так, так, так. Блин. Проспал. Ну, эти все постреляли. Леш, сколько ходов ты еще продержишься? У меня очень длинный поплыв. В смысле? Кто продержится? В смысле продержусь? Ну, в смысле там анций. Сколько я продержу, чтобы не захватить анций? Ты про это? Да, да, конечно. Так он атакует, Леша, а не обороняется. Ну, тогда. Я не понимаю, какой у тебя длинный проплыв? Я вот от Зальцбурга что там? Или у тебя там вниз какой-то этот? У меня, короче, вниз огромный кусок земли. Прям такой длинный полуостров, где постоянно спамятся варвары. Да нормально, плыви, не волнуйся. А есть там еще у римлянина какие-нибудь на море города? Ну, я имею в виду со стороны Австрии. Не думаю. Со стороны Австрии ничего нет. Внизу дальше две ГГшки и там ледники. Тут еще есть два города шведских. На воде, но они с моей стороны. Ну, по-моему, со стороны американцев. А знаешь, Лёш, мне кажется, у американцев точно такой же спот, как у меня и тебя. Прикольно. Вот просто точь в точь. Те же самые поймы, те же самые горы. Не, у американцев все в холмах. Все три города, все в холмах. Тут посчитать не холмы считать, а сколько, грубо говоря, простых полей. Этим холмам. Что тебя плохо было слышно? Я говорю, еду бы еще к этим холмам. Да чё вы с ним все миритесь-то? Не понимаю. Ну, я не ожидал, что у нас идет столько арбалетов. Ну, то есть, я так пытаюсь, но я понимаю, что я тут ничего не захвачу. Это точно. Дайте уже поразвиваться. Хорош со мной воевать все. Вы там уже домиков настроили, дайте мне построить. О каких домиках речь? Здесь нет полезных домиков. Да, вот это все переправы, конечно.
Да, в поймах Казбы неплохи. Я, пожалуй, соглашусь. Ну, спасайся, арбалет. Блин. Ну, блин, ну вот знаешь, заниматься другим, опять тебя там убьют. Так, может отойти просто и апнуть выйти в гатлинге. Чё тут? Нет, три хода осталось. Черт, этот швед, он такое дерьмище предлагает в конгресс. Я только сейчас заметил. Ну вот надо было его. Эмбарго Рим. Ну вообще как бы логично, Рим же его вынес. Слушай, Феоп, ну мне вот твой этот длинномечник, он мне постоянно мешает. Во, спасибо. Ну так я тебе хочу отдать, у меня там постоянно лимит. Ну так а что ты тогда сюда его отвел? Поставил бы на мою территорию. Там все занято. Я боюсь помешать. Наркоса, тебе сильно твой арбалет помогло? Что ты еще раз говоришь, прости? Говорю, твой арбалет сильно нужно. Тут как бы я воюю против, с одной стороны, марокканцев, но с другой стороны, против войск Эфиопа. Так, а разве Эфиоп... Когда мы задружились, он отдал свои войска марокканцу. Ты что думаешь, марокканец так вперед не вырвался? Сам что ли настроил? Или нет?
И что ты предлагаешь? Отдать на свои арбалеты, и я буду сдерживать, так сказать, красную угрозу. Сколько смогу. Ну и так вообще помогать по мелочи. Как тебе идея-то? Ну я не вижу, что тут он был какой-то угрозой, на самом деле, пока что. Ну то есть, армия, да, но... Ну как, для ары-то я угроза? Ну то есть, как бы... Да-да-да, говори. Какой щит? Он же не хочет, чтобы его захватывали, понимаешь? Поэтому и просит арбалет. Я просто не понимаю смысл тебе давать ему арбалетов. Я тоже не вижу на самом деле смысла. Вот смотри, Эфиоп первый по производству, да, и по еде. Но он дал мне армию. То есть, в принципе, Эфиоп как бы балансирует вот эту всю ситуацию. Чтобы самому не воевать, он сидит, развивается. Я вместо него воюю. А ты не развиваешься, да? И я развиваюсь. Все развиваются, кроме тебя. У-у-у, как я неудачно зашел. Ну, тут вообще в пепел похрен поберешься тоже. Ну что, потрачу уж так быть деньги на ап в гатлинге. Не знаю, зачем мне еще деньги. На самом деле... Ребята, что по времени? Долго еще будем просто вставать, на самом деле, очень рано. Очень-очень. Это через 2 часа вставать? Ну, почти. Ну, как 2. Не 2, но тоже мало. Ну, то есть скоро. Давайте 125-й ход предлагаю. Хорошо. Ну, я не против. То есть я как бы... Окей. Мне тоже так же завтра в 5 вставать. Ну вот, мне в 6, так что. Это если, чтобы ты понимал, обработать холм надо. Ага, да. А то я живу, тут холм не обрабатывается. Ну вот если как-то посмотреть на демографию в плане, ну, еды и производства, как-то очень все ровно, в принципе, идут. Там отставание буквально. К
пределах 10. Потому что все уже давно переключились на универ, а я все клепаю войска. Понятно. На 33% науки. Ну так всего ты на 9% отстаешь. Это ты считаешь прям проигрыш? Это жопа. Это уже жопа. И она будет только развиваться. Сто пятьдесят стоит. 300, 600, 750. Вот этих мне хватит апгрейднуть. Я, в принципе, приплыл. Следующим ходом можно уже выбирать. Давай. Да, интересная карта. Тут остается бухта, конечно. Ну, это гениальное решение остается. Не знаю, зачем тебе. Я бы мог понапрягать твоего соседа, а так ты просто получишь ненужный тебе город и все. Кто сказал, что я его оставлю? Какая? Тем более. Расслабишь меня. Человек, который воюет с твоим соседом. Не получит от вами ничего. Ну, удачи. Ну, по 200 баллов. О, у меня сразу есть. Отлично. Я тут сплю. Ну что, там у торповедов вообще до хера. Эфиопа, ты открытые границы случайно Риму не дал? Нет. Что-то я тут вообще как-то рыцаря проспал. Раз медали армию, надо тоже вкладываться. Вот, потратил деньги. Себе посажу.
Да что ж я делаю-то? Почему Эфиоп отклоняет защитный пакт? Тут два хода достроим, а тут все-таки везде. Так, я ни с кем не торговал там счастьем. Помните, правильно звучит правило про 10 секунд обстрела. Ну почему тут 10 секунд? Просто не обстреливай так, чтобы ты не был последним. Походи в начале хода и... Ну, не парься, да. Особенно, когда вот все на одного нападает, нужно, наверное, не ждать до конца хода. Ну, то есть я могу зафаст-кликать так, что ли? В смысле зафасткликать? Вон, походить всеми фрегатами, там сразу перебить много юнитов. Сразу от арбалета всех почистить. Я что-то не очень понимаю, okay. Про что ты. Степан, ты слегка путаешь концепцию. Ну, куплю, короче, уже. Рано уже, утро. Чё, мы сейчас сейвимся? Чё? Так, кто выходит? Ну, вы сначала проверь, ходят ли юниты. Может, ходят? У меня ходят. Ходят, да. Хуэмай ходит у тебя? Да, да, я же сказал, у меня ходят. Ну все, а играем понятно. Дальше, значит. Кто-нибудь счет даст? Так, Хуэмай. К сожалению, играем что? Без можешь американца, потому что мы договорились, ну, давайте, 3, на продолжение 2, игры. 1. А он не смог сегодня. Вот мы без него. А так как это турнирная игра, то есть много откладывать не получится. Много раз, я имею в виду. О, блин, у меня тут сообщение, что Ара вышел в какую-то эпоху. А в какую? Написано, видимо, по-русски. Новое время. А, в Ренессанс. Ну да. Так, давайте подумаем. Ну, я бы Биг Бен, конечно, построил, потому что я видел, что там коммерция у кого-то, по-моему, принята. Но в индустриализацию никто не вышел. Явно все равно все будут вначале строить фабрики. National Epic. Да, тоже хорошая штука. Да, но у меня уже кто-то воровал техи. Я бы лучше вот эту фигню построил, а потом уже Биг Бен, наверное. Ладно, сейчас еще глянем,
Почему так медленно строится? Ну, очень крайне много этих арбалетов, фуары. Фабрики. Давай мириться уже. Не, подожди, австриец, я апнулся тут в Гатлинге. Как раз я отходил. Ты просто отведи пока фрегаты. Пиздец, там уже Гатлинги. Вот, австриец, зачем тебе, скажи мне, тогда со мной воевать? Не ругайся. Ну, я же Гатлингами не на его иду, а с тобой воюю. Ну, правильно. А дальше вы что потом будете делать с марокканцами? Ну, сложный вопрос, конечно. Во-первых, потому что нужно было задаваться этим тогда, когда вы решили на меня пойти. Все. Во-первых, демография не говорит о том, что марокканец единоличный лидер. 11% по науке. Да о чем вообще речь? И, и считать меня, что ли, лидером? А все остальное у меня проблемы. Все остальное? Какое все остальное у тебя проблемы? Средние молотки 112. Ну, вы собираетесь что, анцы брать и все? Или как? Нет, я попробую дальше, что. Если будет армия, то почему? Зачем мне останавливаться? Ну, анцы, видимо, будет брать этот француз, хотел сказать, австриец. Я тут с наземной армией пока. Мне кажется, австриецу пора уже задуматься о том, чтобы повернуть свои войска. И кое-как притормозить марокканцев. Но... Мечты, мечты. Я не понимаю, вот как ты себе это Ара представляешь, если он реально шел в морские юниты, а я реально шел в наземные? Ты здесь не пройдешь гатлингами, просто по берегу в этом случае. Ты, по крайней мере, не получишь ничего с этой войны. Ну, я как-то и не планировал, на самом деле, что-то получить. Что мне, вот нужен этот Анц или Равена, который вот там дальше? Тебе нужно меня. Я не хочу, да, я не хочу. Вот мне кажется, Анц, Равена и Неаполь — это нормально, если мы захватим эти города или там сожгем. Это нормально тебя ослабит. Просто если оставлять тебе... Да, здрасте. И что я буду делать с одним Римом, слушай, который так с каким жжет? Одним? Раз, ой, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У тебя 9 городов. Да, 9. Смотри на эти города вообще. О чем речь-то? Блин, все-таки появились там варвары. Пускаешь ошибку сейчас австриец. В смысле, вот почему он допускает ошибку? Вот смотри, Эфиоп построил армию, да, неплохую, дал мне. Я вложился в нее деньгами, апнул в Гатлинге, плюс еще я дал деньги австрийцу. То есть, если австриец, например, сейчас перестанет, то, ну, получается, что мы вложились, а он нет. И что? Молодец. Ты пока потерял только один город, если ты считаешь это достаточно. Я потерял достаточно. Все свое развитие, не надо рассказывать, я потерял один город, я потерял свое развитие. Ну это по твоему мнению, а я знаю, что что ты знаешь? Люди, играющие ты через волю, довольно быстро, это не потерять развитие этому традиционнику. Какая разница, кому терять развитие? Большая разница, потому что есть разница в развитии. Правильно. Либо его, оно есть, либо его нет. Неважно, там через волю, через традицию ты играешь. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение завтра или через день. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.